Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, когда в Новосибирске начнут массовую очистку крыш от снега, зачем в регионе создают тренировочные квартиры и почему в следующем месяце изменят расписание электричек. Подробности далее. Массовую очистку крыш от снега в Новосибирске начнут с 15 февраля. Делать это будут в течение месяца. Сейчас власти составляют график работ. Кроме того, в муниципалитете считают, что темпы очистки дворовых территорий недостаточны, поэтому управляющие компании и дорожников призвали активно привлекать дополнительную технику. Что касается крыш, то убрать с них снег и наледь можно уже сейчас и не ждать 15 февраля, чтобы обезопасить людей. Пассажиров электричек просят быть внимательными. Расписание пригородного поезда Новосибирск-Коченево изменится в феврале. Это связано с ремонтом пути. График скорректируют по понедельникам и четвергам. В эти дни электропоезд будет отправляться и прибывать на 30 минут позже. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте или в приложении перевозчика по телефону 050 на станциях, остановочных пунктах железной дороги. Пассажиров призывают планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. В Новосибирской области людей-инвалидов учат самостоятельной жизни. Так, в одном из социальных учреждений создали тренировочные квартиры. Для чего они нужны, узнала Алена Кузина. Клаша и Даша. Вот. Купил я их сам. Так Александр Коваленко назвал своих попугайчиков. А еще у него дома аквариум с рыбками и кот Мурзик. В квартире-студии уютно, чисто и вкусно пахнет обедом, который он приготовил сам. Не каждый проживающий в Успенском психоневрологическом интернате способен на это. К слову, этот дом Александр перестроил вместе с завхозом. Раньше здесь находился склад. Мужчина когда-то преподавал труды. Полученные навыки применяет и сейчас, на благо интерната. Штукатурные работы, столярные. Вот. Где что подкрутить там. Вот. Короче, обслуживают. Отдельно от других постояльцев Александр живет около 3 лет. Он свободно обходится без помощи посторонних. Также в интернате есть еще 2 тренировочные квартиры, но они уже похожи на общежитие. В каждом доме проживает по 7-10 человек. Под присмотром специалистов инвалиды учатся простым бытовым навыкам. Готовить еду, стирать, гладить, ходить на работу и рационально тратить деньги. Попасть в такие квартиры может не каждый. Из числа проживающих те ребята, которые показывают лучшие результаты по реабилитации, тянутся и изъявляют желание к тому, чтобы жить самостоятельно. Начинаем элементарно сначала на стационарном обслуживании, на корпусах. После этого, когда есть положительные какие-то сдвиги, то уже производим отбор и заселяем на тренировочные дома. Сейчас в таких квартирах живут почти 20 инвалидов. Отдельно дома для мужчин и женщин. В каждом печка, холодильник, телевизор, стиральная машина и самые необходимые предметы для комфортной жизни. Этот проект постоянен. Кроме того, он достаточно успешный и все больше набирает популярность, можно даже так сказать, среди проживающих в наших учреждениях граждан. Каждый стремится попасть в сопровождаемое проживание для того, чтобы в последующем реализовать себя и получить все навыки профессии и трудиться в будущем. В планах у руководства еще открыть такие квартиры. За последние 3 года интернат покинули 12 человек. Сейчас они живут самостоятельно. Алена Кузина, Валерий Павлов, новости ОТС. Каждый пятый новосибирец помогал одноклассникам с трудоустройством. Кто советом и консультацией, а кто-то прямой протекцией. В основном так поступали люди старшего возраста. Причем те, кто по-приятельски помогал найти работу, среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин. Это выяснили в ходе опроса аналитики рынка труда. Также они сделали вывод, что каждый второй новосибирец поддерживает общение со своими одноклассниками, а 29% горожан посещают встречи выпускников.
Названы даты проведения ЕГЭ в Новосибирской области. В текущем году аттестация пройдет в три периода. Досрочный запланирован с 22 марта по 22 апреля, основной с 23 мая по 1 июля и дополнительный с 4 по 23 сентября. Об этом сообщила министр образования региона. По ее словам, самым популярным из предметов по выбору среди будущих выпускников по-прежнему является обществознание. На втором месте математика профильного уровня, а на третьем информатика. Далее идут биология, история и физика. Также министр отметила, что Новосибирская область по результатам государственной итоговой аттестации в прошлом году была признана лучшей в стране. Карьер Юго-Западный, озера Радуга Сибири, Спартак и другие городские водоемы опасны зимой, предупреждают спасатели. В рамках акции «Безопасный лед» сотрудники районных отделов по делам ГО и ЧС выезжают с рейдами на акватории Новосибирска для профилактических бесед с рыбаками. Например, советуют после ухода обозначать лунки, чтобы товарищи по увлечению в них не угодили. Передвигаться по льду, покрытому снегом, крайне осторожно и внимательно. Обязательно использовать пешню. Спасатели напоминают, на рыбалке запрещено пробивать много отверстий рядом друг с другом, скапливаться большими группами в одном месте, делать проруби на переездах и переправах, располагаться у кромки, выезжать на застывшую поверхность в автомобиле и распивать алкоголь. Будьте осторожны. Нашествие косуль отмечают в Куйбышеве. Появление животных в черте населенного пункта вызвано миграцией парнокопытных. Что заставило их перемещаться по районам области и как защитили город, расскажет Оксана Тимошенко. Вот буквально три дня назад, четыре, наверное, в этом месте, значит, вывозился где-то здесь, наверное, тюк, может быть, 500 килограмм сена. Вот за три дня они практически его подъели. Таких полевых столовых для парнокопытных гостей госинспекторы приготовили несколько. Для начала изучили места массового скопления животных, а затем завезли угощение. Расчищали дороги совместно с охотничьим хозяйством «Промысел», выкладка сена. Для того, чтобы удержать ее в охотничьих угодьях, чтобы она не шла в город. Провели где-то порядка 30 километров дорог, ну и выложили сено где-то в объемах 20-25 центнеров. Плюс еще к этому, скажем, добавили соль. Увеличение численности косуль на территории Куйбышевского района специалисты объясняют миграцией животных. Она началась раньше привычных сроков, в середине декабря прошлого года. Из-за погодных условий, обильного снега, ледяного дождя в ряде районов области, косуля массово двинулась на поиски корма. Поэтому миграция произошла через Куйбышевский район и отчасти через город Куйбышев. Животных стали часто замечать на улицах города и на дорогах райцентра. После принятых мер косуль в черте населенного пункта почти не видно. Сколько продлится миграция, сказать пока сложно. Зависит от животных, от количества животных. То есть от кормовой же, опять же, базы, допустим, где она останавливается, где тормозится, может дольше быть. Если кормовой базы не хватает, она идет дальше искать корм. Бывает, конечно, и тормозится, и остается, но основная масса, она, конечно, уходит. Специалисты ежедневно наблюдают за передвижением косуль, пополняют для них запасы сена, расчищают его от снега. Жителям района рекомендуют не подходить к животным близко, чтобы не получить травму или не навредить. А водителям советуют соблюдать скоростной режим. За сбитую косулю владельцу может грозить штраф до 40 тысяч рублей. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, новости ОТС. Фото в резюме поможет устроиться на работу. Так считает большинство новосибирских специалистов по подбору персонала. По их словам, они рассматривают почти все заявки от кандидатов, но лучше, если в анкете соискателя будет его снимок. Это выяснили в ходе опроса аналитики рынка труда. Также кадровики отметили должности, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме. Это клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники. В Новосибирской области высадили десант. Его называют «Снежным». Это акция студенческих отрядов. Раньше они работали только летом, теперь отправляются в путь после зимней сессии. В «Снежном десанте» 300 человек. Они разделены на 15 отрядов, на каждый по два района Новосибирской области. Ну а на месте у ребят много работы. Они занимаются со школьниками, играют в развивающие игры, рассказывают о здоровом образе жизни, ведут патриотическую работу, организуют концерты. Также студенты помогают ветеранам войны, труженикам тыла и семьям участников СВО. И не случайно в районах области бойцов этих отрядов считают настоящими звездами и ждут всегда в гости. Там даже ребята местные, для них это такой праздник, обыграть ребят вот с отряда городского, это прям праздник. Мы им поддаемся даже иногда специально. Вот. Ну для них это прям, да, они прям смотрят наши там концерты, номера прям с открытым ртом.
там снимает, потом после концерта подходит обниматься, там друзья нас добавляют в социальных сетях, фотографируются с нами. Поэтому для них это вообще, что для взрослых, что для детей, это прям праздник. Новосибирск вошел в топ городов по количеству электрозаправок. Сейчас в областной столице 83 таких станции. По этому показателю мегаполис на 6-м месте в стране. Рейтинг составил картографический сервис 2GIS. Отмечу, для удобства владельцев электрокаров геосервис детализировал информацию о таких станциях в городе. В частности, указана стоимость услуги, типы разъемов и мощность. А в скором будущем пользователи смогут увидеть, где есть свободные места на электрозаправках прямо сейчас. Высшие учебные заведения Новосибирской области провели День открытых дверей. На мероприятии они представили выставочные стенды и презентации своих образовательных программ. Чем привлекали абитуриентов, расскажут мои коллеги. Спасибо. Это специальный костюм для спасания человека на воде. Температура воды и температура человека тела, она различна, то есть человек в воде будет намного быстрее замерзать. Для этого он и рассчитан. Любой желающий может почувствовать на себе тяжесть спасательного костюма. Такой всегда есть в каюте у членов экипажа судна. Абитуриентов к выставочному стенду приглашает ростовая кукла в форме моряка. Этим и не только будущих студентов привлекают курсанты университета водного транспорта. Самое главное у нас, в нашем стенде, в нашем университете, это то, что у нас гарантированная практика и трудоустройство абсолютно на всех специальностях. По одной простой причине. Мы вуз отраслевой, относимся к Министерству транспорта. И на сегодняшний день Министерству транспорта нужны специалисты в широком спектре. И мы этих всех специалистов готовим. Поэтому любой выпускник гарантированно найдет себе высокооплачиваемую работу. Лучистый полос, пятнистый эоблефар, геккон Токи. Небольшой контактный зоопарк открыли у стенда Новосибирского государственного аграрного университета. Абитуриентов привлекают не только насекомыми и рептилиями, но и новыми профессиями. Институт биотехнологии активно развивается. У нас очень активно развивается биоинформатика. Открылась новая магистратура по направлению биоинформатика. То есть у нас все связано с цифровизацией и с биотехнологиями. Мы активно сотрудничаем с действующими сельскими хозяйствами, сельскими предприятиями, чтобы они заключали с нашими студентами целевые договора. В новосибирских вузах наибольшее количество бюджетных мест по инженерным специальностям и IT-технологиям. Также востребованными специалистами на ближайшие годы будут аграрии и медики. Высокая потребность в инженерных кадрах сегодня возникает у промышленных предприятий. И готовы брать студентов даже с 3-го и 4-го курса уже к себе на работу. Гуманитариев не обижают. Вы знаете, у нас очень много бюджетных мест в педагогическом университете. Это Новосибирский государственный университет экономики и управления! Технические вузы нуждаются в кадрах, а абитуриентов немного, потому что боятся не сдать профильные экзамены. Я заметил тенденцию нежелания у абитуриентов сдавать профильную математику. То есть очень-очень много абитуриентов отказывается от профильной математики из-за ее сложности, может быть, или страха не сдать. Хочу передать абитуриентам будущим, не бойтесь сдавать, пожалуйста, профильную математику, потому что она дает вам, открывает больше дверей для поступления, дает больше альтернативность выбора, так скажем. Те ребята, которые выбирают гуманитарные специальности, чаще всего идут учиться на журналистов, учителей и управленцев. Какие планируешь сдавать экзамены? Профильную математику и обществознание. И куда собираешься пойти поступать? Ну, планирую на специальность управления персоналом. Рассматриваю такие вузы, как НГУ, ЭУ, НГУ и РАНХИКС. А я сдаю общество и биологию. Почему? Куда планируешь пойти? Хочу на психолога пойти. У меня все родители врачи. Вся семья, бабушка, дедушка. В июне во всех университетах Новосибирска стартует приемная кампания. Абитуриенты начнут подавать документы. Татьяна Кияева, Андрей Дулепов, новости ОТС. С сегодняшнего дня в стране начинают отмечать профессиональный праздник ученых до 10 февраля. По традиции, в институтах и вузах, находящихся под руководством Сибирского отделения РАН, пройдет множество научно-популярных мероприятий. Горожанам откроют двери все научные институты. Например, археологи приглашают принять участие в экскурсии «Мамонтовая фауна», во время которой можно будет встретить степного слона, мамонта, первобытного бизона, шерстистого носорога и увидеть многое другое. Сотрудники Института вычислительной математики готовят
читают научно-популярные лекции о суперкомпьютерном моделировании, цифровых двойниках, машинном обучении и о важных практических приложениях цифровой науки. Государственная публичная научно-техническая библиотека приглашает на квиз, мастер-класс и на интеллектуальную игру «Адреналин». С полной программой мероприятий можно познакомиться на сайте «Наука в Сибири». И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи!